всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Снеговик, Ремикс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вы уже поняли с названия, что у нас сегодня очень классная рубрика, какой аниматроник настоящий. Если видео кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Заходи, заходи, побежали по пиццерии, давайте вовнутрь все. Так. Могут заяц застрять. Нет, не ссы, не застрянешь. А я... Так, пацаны, стойте. Он идет с подстрочами к нам. Да? Прикольный режим. Когда ты не просто должен, да, скрыться среди NPC-шек, но еще и защитить свой зад. Как-то двояко звучало. Просто знаете почему? Было бы классно использовать NPC-шек, которые лазят по стене. Но они не хотят ходить просто так и никого не бить. Они хотят всех бить. Так, где эти вообще чили-пиздрики все ходят? Ты один пока миссии ищешь или кто-то еще? Я. А, стоплячок и мокш. Ага, я понял, вас уже двое. Ну, мы и испугались. Остались мы с Димасом. Да? Да. Круто. Ремикс. Да не, еще а трое. Да, четверо даже, а их двое. Трое нас. А мы гуляем возле пиццерии. Прям под музыку пою я своих ног. Ха-ха, певец. Меня два аниматроника заблокировать. О, я могу мочить стекла. Не палимся, не палимся, это не я. Я тебя слышу. Это не я. Все очень такая есть идея. Можно вместо мышкой крутить, а на кнопочки нажимать и как NPC ходить. А какие кнопки надо нажимать? О, я думаю. А? На стрелочке по бокам, чтобы вот так вот крутиться. А мне что-то не хочет оно. Слышь, крошка, ты меня палишь. Нет. Да, ты возле меня постоянно ходишь и хочешь меня спалить. Да, рядом. Сделаю камеру подальше, чтобы видеть, что меня хочет. Меня нашли. Кто-то нашли. Мочите его подсрачниками. Здесь. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики, потому что ролики выходят каждый день. Да. Я очень быстрый. Видите, три вы какие. Вас не догнать. Понимаю. Ой, не ту кнопку нажал. Я успел из пиццерии выбежать. Я вижу, кто-то бежит. Это я. А я бегу вокруг пиццерии всегда. Думаешь, спрятаться, Димас? Такой беспальный. Я просто удивляюсь. Так вы ж не можете. Не можем догнать. Читы вырубай. Какие читы? Вы тоже от меня постоянно убегали. И поверь, будет тот момент, когда я тоже буду бегать вместе с вами и мочить других пацанов по строчам. Да ладно. Да ладно. Полиция. В смысле? Не понял. Я рядом с Димасом пробегал. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ты меня пробежал, да? Да. Блин, вы знаете что? Я вот, когда вот так начинаю играться с вами, я попадаюсь на ваш посрочь и умираю. Это как филетовый человек ножичком своим. Чикает. Бегун. Блин, извини, так хотел убить Мога. Я видел это. Я знаю, но я хотел убить его. Чуть-чуть. Почти попал. За тебя хожу. Так ты не хочешь меня убить, что ли? Так мы с тобой одинаковы. Братишка, стой. Я тебе посрачника дам. Мне кажется, либо мой персонаж немножко больше оригинал. Да, есть такое, кстати. Угоню. Где они? Я на улице вообще. Да ты задрал, как ты меня палишь? А сколько я вас уже? Четверо резко. Ищет, да? Нет. Ты резко остановился. Нет. Неправда. Как можно видеть? Да блин, он конкретно знает, где я. Я потому что замечаю. Ты не должен знать. Знаю только я один. Спалился, что это Фокси. Не могут. Я не Фокси. Да что врёшь? Фокси ты. Он не может по стене лазить? Блин, зачем я эту кнопку нажимаю? Анимация долго работает. Я боюсь, что я сейчас попадусь. Где? Так, надо развиваться, выйти, пацаны. Сейчас я забегаю вовнутрь. Тебя чуть Фишман не увидит. Фишман. Ты такой посмотрел на него, и он ушел от тебя. Да?
Да. А теперь мне надо уходить, потому что ты на меня посмотришь. А я бегу. Бегу. А здесь нига не ходит. Не понял. Что меня паришь? А я рядом с тобой. Все, пацаны, я знаю, что теперь вы не сможете меня найти никак. Но аниматроника взял. Нет, я... Нет, зачем я меня? Так нечестно. Я хочу, чтобы вы меня так нашли. Ты... Я просто выбрал очень классную тактику. О, привет, Димаш. А где ты? Прям перед тобой, вот он. А, это ты? Да. Он сейчас убьет меня, он меня бьет в проходе. Он меня бьет. А тут меня закрыто. Да ладно, это не я, это NPC-шка вы. Я знаю, что ты тут. Нет, ну да, я вижу все, конечно, я тут. А что у вас так много Фокси, извиняюсь? Ой, а это хорошо. Эй, он начинает бить всех. Дима с той стороны. Всех жать. Там блин, он сейчас есть. Убьет нас. Я убежал с той стороны. Там блин, я так дернулся, это жесть. Есть пробитие, да? Когда ты меня убил посвачников. Классно это звучит. Кула, что ты бьешь его? Так, ну что, пацаны, я тоже вооружился очень классным посрочем. И я готов вам помогать. Где эти негодяи? Как мне выйти отсюда? Удалю парочку NPC-шек из-за того, что они в друг друге застряли и лагают. Так где ты? Пацаны, так, стоп, давайте те, кто ищет, собираемся все на главном входе. Я вас жду. Быстрее бежи. И отсюда будем уже собирать. Ах ты жопа. Жопа я кто? Мне надо быстрее бежать. О, я доделал ту рубрику до конца. Теперь каждые 10 секунд я буду удалять одного NPC. Ну, тогда будет интереснее. Пацаны, где-то они тут ходят. Помогайте, помогайте, ищем. Ой. Здесь нету. Вот Бонька, Бонька, Бонька по-любому. Не-не-не, вот он, Фокси, Фокси бегает вокруг школы, ой, дома. Да? Да. Ах ты негодяй. Я буду его тут чекать, пацаны. Нет, Бонька. Нет, у меня там. Он Фокси, он Фокси, он Фокси. Идем, идем сюда. Давайте фонарик включим. Я его вижу. Правда. Удаляем чуть-чуть NPC-шек. Так, а так, так. Убит. Вот-вот-вот, я его вижу, он здесь поэтому ходит, по пиццерии. Так. Ой, ты дверь открыл, я убегаю. В смысле как? Я слышал дверь открывать. Еще удалил чуть-чуть NPC-шек. Ой, пока, Димас. Они застряли. Ой, сзади, сзади, бежит, 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 бежит. Фокси, уйди. Так, надо ему какую-то ловушку, наверное, сделать. Они оба закрыли, я тут застрял. Ой, открыл дверь. Пока. А можно мне не сказать, да? Догоняйте, он вокруг сейчас... Да-да-да, давай, я его тут чекаю. Мы сейчас сделаем перехват. Вот он бегает, бегает. Догоняйте его, где он? Не пятери, вижу его. Пятери, пятери. А ну двери давайте удалим эти вонючие. Я успел убежать с другого входа. Ой, стекло осталось чуть-чуть. А вот это вот, Чика, это не ты? Он в пятери, а ну ты... где-то бегает за Фоксом. Я уже не в пиццерии, а на улице. Уже на улице. Не понял. Да, я правда на улице. Бегу по улице тогда. Не, не верьте ему, может он вас обманывать. А, вот, кстати, где Фокси? Ой. Где Фокси? Фокси. Поминаем его лицо, это Фокси. Ой, я видел акулу. О. Как улы? Я догоняю его. Давайте быстрее, 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 быстрее. Пока. Вот он! Блин, я так хочу ему посрочек писать. Пацаны, вы должны мне тут в помещении зайти, перегородить проход телами. Здесь закрыли, здесь закрыли. Давай, вот так и стой, так и стой, не пробуй. Давай, бей его, бей. Вот так и стой, так и стой. Блин, Фокси, извини. По спине нафигачил. Пацаны, давайте все сюда. Пацаны, я удалил всех NPC, остался только настоящий. Теперь он от нас не скроется. Мы должны его точно найти. Он у нас... В смысле, Фишман, как ты меня завалил? Быстрее бежать. Ну блин, быстрее. Вот здесь фото открыт. Пацаны, все-таки надо его как-то облаву ему запилить, загородить путь. Можем другую облаву сделать. Мочи, 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 мочи. А, так это NP. А это настоящий! Его не могу удалить. Потому что у него 1800. Я сказал, он. А, давайте ему одну хпшку. Это кто? Крошка-крошка. Ах ты хитрый жук. Мне почему-то вернули хп. А так не может быть. Ты просто взял его заново, говно.
Я просто удалял аниматроников, и я застрял. Давай, читери, как я. Испоганься еще раз. Внутри плохо. Внутри хорошо. Получается, ты что, один остался? Да. А, так ты, получается, самый умный из всех нас. Тогда вокруг этот снеговик, он сзади будет. Он сзади, он сзади. Зачем? Давай, Фокс, я быстрее тебя. Привет, дыма. Вот он бегает. А, ты не. Я думал, ты зайдешь. А че ты не подходишь ко мне? Ну стой. Я су. Ах ты говно. Хорошо. В следующий раз мы будем, короче, карту брать, и один челик будет специально кидать дымовые гранаты. Это будет смешно, очень. Стоите. На тебе. А можно мне? У тебя ж один хп, ты умрешь, прощай. Нет. Выкатывай это яйцо. Бьет. Ой, блин, не вовнутрь, на наружу, внутрь, говно. Внутрь, внутрь, внутрь. Пустите внутрь. Прощай. Ух ты. А почему мы вдвоем умерли? А вы рядом были. Это нечестно. Я его сейчас, знаете, как убью? Где он? Где он? Эти обороняться, драться. Ух ты. Живой? Уже нет. Уже нет. Уже нет. Ну все, давайте как всегда сделаем эпический взрыв. Только я буду. Давайте я сделаю. А может мы бомбу поставим? Ну ладно. Стекла повылетали все. И хитро знал, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всех пока! Это сейчас.